начала пресс-конференция главный тренер футбольного клуба «Торпедо» Владимир Дмитрий Владимирович Визникин. Дмитрий Владимирович, ваш короткий комментарий по прошедшей игре. Ну, во-первых, поздравляю ребят с победой, заслуженной победой. Единственное, что, наверное, что первые минуты у нас не получалось, это привыкали к полю, да, сырое поле, мяч. Были ошибки в этом плане, да. Но они неизбежны, наверное, да, из-за погоды. Вот. Но потом выправили ситуацию, да, контролировали мяч. В принципе, всю игру выходили из обороны. Ну, опять же, не без ошибок, да, вот этот необязательный гол. Из-за ошибки, да, то есть предупреждали ребят об этом, то, что они сделали, да, не выбрасываться. Выбросились, да, нас в этом моменте переиграли, забили гол, да. Ну, хорошо, что забили много голов, но еще столько же, наверное, не забили, не реализовали, опять хромает. Ну, опять жаловаться на то, что сейчас хромает реализация. Наверное, неправильно, да, 4 гола забили, хотя могли больше. Вот. Если вкратце. Кирилл Владимирович, в первом тайме у вас капитан получил травму, известно, что с ним... Да, он уже приехал, да, слава богу, что там минимальные потери, это вывих пальца на руке, небольшое растяжение. Будем надеяться, что он будет готов к следующей домашней игре. Спасибо большое, поздравляю вас с победой. Дмитрий Владимирович, один вопрос. Следующий матч с лидером, всего лишь фактически там 2 дня на восстановление. Что планируете предпринять и как команду подвести к битве с Долгопрудным? Ну, осталось не так много времени, поэтому самое главное сейчас восстановить команду. После этой игры, опять же, тяжелая игра, погодные условия, там тяжело было, да. А самое главное восстановить, ну и, соответственно, настраиваться как на очередную календарную нашу игру. Подоплека сама за себя говорит, что с лидером, да. Я надеюсь, что будет интересная игра и такие игры дают возможность проверить себя, да, с лидером, хорошей команды. Посмотрим, насколько мы подготовимся и достойно выступим. С победой, спасибо. Спасибо.